Краснодарец Дмитрий Наджа стал сильнейшим россиянином в пауэрлифтинге. Но выходя из спортзала, он надевает форму пожарного и спасает людей. Как работает и тренируется атлет, расскажем в следующем сюжете. Дмитрий Наджа работает старшим пожарным в первой пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. Спасает людей на протяжении 10 лет, но профессиональным спортом, пауэрлифтингом, он занимается в два раза больше. На сегодняшний день в копилке пожарного спортсмена имеется 4 звания чемпиона Европы и России, по одной золотой медали с чемпионатов Евразии и мира. На крайних соревнованиях я выжил без экипировки 185 килограмм с прохождением допинг-контроля. Это не самый лучший результат вообще-то, но для человека моего возраста это... Не побоюсь слова, это очень шикарный результат. И как бы с ним тоже можно ехать на международные соревнования смело. Когда Дмитрий на соревнованиях, его всегда поддерживают сослуживцы, а также самые близкие люди. Сын Никита гордится своим отцом и мечтает повторить его судьбу. Сегодня он также занимается спортом и желает связать свою жизнь с работой, которая обязывает ходить в форме, правда, в военной. Чувства такие, ну, словами не описать. Я очень за отца горжусь. То, что, ну, не каждый может похвастаться вот такими достижениями в жизни, как мой отец. Это прям, я за него очень горжусь. И каждый раз, когда он уезжает на соревнования, я точно знаю, что он победит. Спорт тесно переплетается с работой Дмитрия. Те упражнения, которые он делает на тренировках, помогают МЧСнику на пожарах. На выездах Дмитрий не боится ни огня, ни дыма. На пожарах он всегда проявлял себя как отважный человек, не боящийся ни огня, ни дыма, и следовал вперед, и за ним шли его сослуживцы. Он никогда не пасовал на пожаре и придавал уверенность своим коллегам. Он никогда не поддавался панике и выполнял свою работу точно, четко и слажно. В планах у пожарного чемпионат Европы, который пройдет в Будапеште. Надеемся, на этом турнире Дмитрий без медали не останется. Сергей Овчинников, Михаил Дроздов, телекомпания «Краснодар».